Однажды Гитлер сказал, найдут где-нибудь череп и заявляют, что это наш предок. Я утверждаю, что нашим предком неандерталец не был. Мы происходим прямо от древних греков. Вообще пропорции черепа были важной составной частью расистской теории. Вот перед вами лектор. Он показывает, где расселены правильные черепа. Нордические черепа, так сказать, истинно арийские, германские черепа. В одной руке у него правильный череп, а в другой неправильный череп. В одной нордический, а в другой ненордический. Вот люди с правильными черепами. Вот правильный череп. Вот правильный череп. Тоже правильный череп. Вот целый ряд людей с правильными черепами. А вот неправильный череп. Александр Сергеевич Пушкин. Славянин, да еще с примесью негритянской крови. Или, например, Лев Толстой. Ну, неправильный череп. Я уж не говорю о Карле Марксе. Антон Павлович Чехова тоже неправильный череп. И у Маяковского. И уж совсем неверная голова у Эйнштейна. Бросается в глаза. Зато вот человек с правильным черепом, Мартин Форман. Говорят, до сих пор скрывает свой правильный череп где-то в лесах Аргентины. Или, например, Рэм. Какой прелестный череп. Штрайхер, главный проповедник по делам расизма, мракобесия и юдофобства, тоже, очевидно, полагает, что у него идеальные формы черепа. Перед вами номер Deutsche Wochenschau гитлеровских времен.